Всем привет, с вами канал Art Money. Сегодня у нас с вами обзор на вот такой вот пирог новосемейский с вишенкой. 22 августа привезли, как раз у меня вчера было. Так, состав здесь, конечно же, большой, очень большой, даже вот видно, что он еще здесь большой. Вот, стоил он в Ашане 107 рублей всего лишь за 330 грамм. Давайте его сейчас откроем и попробуем, что же там такое у нас вкусненькое. О, он так открывается. Вишня начинает пахнуть. Так, ну вот так он в разрезе выглядит. Такой, начинки не так уж, кстати, много. Тут прям вообще горяченькие. Сейчас будем пробовать. Уже ем второй кусочек. Очень безумно вкусный. Он разогрел его, он прям нежный, мягкий такой. Ну, больше теста ощущается, но вишня, в принципе, тоже ощущается. Ее и так видно, что ее, в принципе, не так уж и много. Особенно сюда, вот ближе к краю. Вот, нежный, вкусный. Ну, нежный, наверное, благодаря вот сверху вот этой вот сеточке. Очень понравился. Еще был, кстати, с клюквой. Не знаю, мне кажется, она кисловатая. Здесь, кстати, сладенький такой, ароматненький. Но после вкуса какой-то такой вот горчиночки, что ли, вот чего-то остается. Ну, в принципе, меру сладкий, вкусный такой. Можно еще покупать. Первый прям я съела, не заметила даже. Вот дошло дело до второго. Ну, тоже мало начинки. Ну, наверное, за 107 рублей, да, это слишком дешево, поэтому начинки мало. Всем спасибо за просмотр, с вами был канал Art Money, подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока-пока.